канун Нового года предприниматель подарил 2 бактерицидных циркулятора воздуха одной из групп детского сада «Теремок». Подробности далее. В таких учреждениях, как детские сады, школы, развлекательные центры, необходимо пользоваться бактерицидным рециркулятором воздуха для уничтожения вирусных инфекций и микробов в помещении. Этот прибор обеззараживает воздух и помогает оставаться здоровыми во время всплеска инфекционных и вирусных заболеваний. В связи в настоящее время с повышенным риском заболевания ОРВИ, в детский садик, в нашу группу номер 5, была необходимость нам приобрести рециркуляторы. Был всего один рециркулятор, но нам еще было нужно еще 2. Затем мы обратились к предпринимателю Чугунову Ивану Валерьевичу. Предприниматель Иван Чугунов откликнулся на эту просьбу, приобрел и уже доставил в детский сад столь необходимое оборудование. 2 рециркулятора не только обеззараживают воздух от инфекций и вирусов, но и очищают от пыли, угарных газов и эфиров. От лица родительского комитета группы номер 5 выражаем благодарность предпринимателю Чугунову Ивану Валерьевичу за то, что он откликнулся, не заставил просьбу долго ожидать и приобрел нам рециркуляторы, в которых есть необходимость дети, ведь дети – это наше здоровье. Использование рециркулятора является действенным профилактическим санитарно-противоэпидемиологическим средством, направленным на подавление опасных микроорганизмов в воздушной среде и на поверхностях. Поэтому за здоровье детей в детском саду родители могут быть спокойны. Виктория Беляева, Егор Гриц, новости Славянки.